С середины марта текущего года в нашем городе было зафиксировано 3 случая угона автомобилей. Преступники обращают внимание не только на иномарки, но и на автомобили отечественного производства. За такие деяния злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался уехать, значит, завладев автомобилем, и уехать в другой город. Но в связи с тем, что он был, находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и застрял в сугробе. Вот. Ну, впоследствии он бросил данный автомобиль и скрылся с места происшествия. Благодаря получению оперативной информации, преступник был установлен. Оказался 32-летний мужчина, который попытался уехать на угнанной машине в другой город. Сотрудники уголовного розыска вернули машину законному владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения транспортным средством. По словам сотрудников полиции, в таких преступлениях доля вины лежит и на самих собственниках авто, которые обеспеченно оставляют ключи в замке зажигания транспортного средства. Будьте аккуратны и следите за своими автомобилями. Юрий Воронин, Антон Карев, новости провинции.